С человеком, с гончаром. Он мне подарил такие кружки. Это заготовка для кружки. Просто высохшие, не обожженные. Подарил для звуков, для роликов, чтобы можно было что-то шкрябать или рисовать на этой кружке.
где лишний клин проводишь, так вот он такой гончарный круг есть. Если почистить ручки, кстати, можно вот так вот и прочистить ручки. Чик-ч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 ик.
Присаживайтесь поудобнее, поближе, попросил. Также еще и текстуру именно пор разных линий и бороздок. Пор линий и бороздок. Тем самым получается удивительный, неповторяющийся. Yeah.
перчатки. Кому нравятся перчатки? Видите, залеплено от микрофона подальше ее немножко, чтобы не было так громко слышно. Надели вторую перчатку.
очень чувствительны.
Дальше у меня есть такой поролон тонкий. Вот. Сейчас я попробую его порезать, а также порвать.
мячик. Еще есть такая полоска. Я, наверное, не буду резать. Оставлю, может пригодится, там получше.
еще, если вам какие понравились особо лидеры, я сделаю отдельный ролик, может даже часовой. Еще акции там выдают на кассе, и ты должен как бы наклеить на такую на бумажку, потом получаешь либо большую скидку, или подарок, какой-то предмет, это продукт, типа сковородки там или прочего. Еще хотел сказать, что мне собирал бейсболистов, к примеру. А тут можно вот собирать такие карточки. Первым попался нам такой боксер. Под номером 8. Человек, хот-дог.
фрилансер или кто, как они называются, кто зазывает в кафешки разные. Вот. Лего хот-дог человек зазывает вас на вкусный хот-дог под номером 27. Оскар. Номинация Оскар.
отсюда от клен, она отсюда как окошко получается. Идите. Молодежь 90-х с такими ходили магнитофонами. Напоминает девушку дискотеки 90-х. Мафон такой сюда на плечо. Диджей. Держит пластинку и диджейский пульт. Это уже посовременнее, это уже после начала 2000-х. Середина 2000-х. По наше время практически, хотя сейчас уже, наверное, диджеи. Эта девушка работает на вокзале и отправляет поезда, когда люди садятся в вагоны. Она контролирует и отправляет поезда, то когда люди уже сели, сообщает машинисту. Хотя сейчас уже камеры, машинист сам видит. Итак, мы посмотрели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, три из которых были не в упаковках. 1, 2, 3, 4. Первая упаковка 1, 2, 3, 4. Вторая упаковка и 1, 2, 3, 4. Третья упаковка. Еще одна. Может, три не упаковки. Ладно. Три упаковки было. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился ролик. Вы расслабились и отдохнули. Ролик был
ночи, крепких снов, качественных, здоровых. Всем пока-пока. До скорых встреч. Борщ наливайте мне поесть, чтобы не было вик-вик-вик. Швыки. Ложись, матушка, варится. Сколько надо будет смонтировать и вставить? Не знаю. Ладно, для синхронизации пойдет, потом еще таймеры, тайминги там. Все, пока. Думаю, для синхронизации пойдет.